Всем доброго времени суток. Сегодня у меня непонятная рыбалка. Попросил жену, чтобы привезла меня на речку. С машиной не мотаться туда-сюда. Сегодня решил, хотел с тинкарой выйти. Ветрище опять. Вот все лето вот такие ветра. И словить вообще на муху бесполезно. И что-то сегодня решил с микровертушками, с микроколебалками. Взял Троутекс. Катушка Кайзер 1500. Ну и всякие там прибамбасики. И сейчас просто так по речке пошастаю. Может, ельцы, может, окунишки, может, щуканчик. Ну, то есть пройти по тем местам, где еще в этом году не шастал. Посмотрим, что получится из этой рыбалки. Погода вроде нормальная, но вот ветра, говорю, достали уже. Ладно. Пробуем ловить. Вышел сюда на мелкоту, на перекат. Поставил микровертушечку 1,5 грамма от Crazy Fish. Уже траву поймал. И пробую. Возможно, может, елец какой на перекате, на вертушечку. Здесь, в принципе, по колено. Место самое такое. Для ельца само то. Сейчас бы с тинкаркой здесь походить, но... Как я уже сказал, ветер там не то, что некомфортно, а просто будет невозможно. Сейчас попробую микровертушечку, потом, может быть, колебалочку. Посмотрим. Пока клюют одни листья. О, экология, блин. Пузыри плавают по речке. Первоклашки, наверное, опять отдыхают. Что-то даже тычков нету. Что-то не работает. Так, вот такая черненькая ветерок. А так бы здесь по этим местам бы прошвырнулся с тинкаркой. Само то. Что-то рыб не клюет. Уже и вертушки, и колебалки. И чего только не ставил. И микротурбинки, и джиговые. Нифига. И место вроде хорошее. Погода, может, меняется, блин. Даже не видно, чтоб играло-то. Что-то куда-то уже залез. Все равно ничего не помогает. Почти по пояс уже хожу. Рыб как не клевал, так и не хочет клевать. Самые места ельцовые. Еще не хочет клевать. Перекатики самые ельцовые. Чего не клюет, гад. Неужели скатился уже с перекатов по ямам? Ни одну рыбу еще не поймал. Вообще бардак. Вот какие места классные, а? Ну вот, окуневые места. Вот. Нифига не хочет. Чего тут надо? Коряги, красота.
Нифига. Как будто вообще рыбы нету. Ох, ну там вот, ну, по-любому окунеры, щуканы стоят. Нифига не хочет брать. Сейчас еще что-нибудь поставим. Может, что-нибудь клюнет. Так, кого-то я зацепил. Будем пробовать выводить. Пока не вижу. Кто? Щука, наверное. Поводочка-то нету. Щук. А поводочка-то нету. Ха! Вот такой щуканчик. Фу, блин. Да, сегодня зря пришел. Вот на такую джиговую вертушку. Сейчас надо сфотать. Не знаю, сколько тут в ней есть. 6 кг. Это минимум. Ну, блин, нахотал. Троутекс до 4 г. На джиговую вертушечку. И джиговая вертушечка. О, блин. Вот такая вот. О, о,
стоит там, балдеет такой. Вертушечка самодельная. Еще один клюнул кто-то. Ага, тоже щучка. Будем пробовать выводить опять. Вот так. Ну вот. Пришел ельцов половить. Ну сейчас я перестраховался, поставил другую шпулю с плетенкой. Поставил поводок. И вот сейчас поводочек мне как раз пригодился бы. Потому что вертушка вон где. Все, сработала та же джиговая вертушка. Так, надо это дело спутать. Это поменьше. Ну что, на этом закончим нашу 99-ю рыбалку. Все-таки, несмотря на то, что прошел достаточно далеко, ни ельца, никого не поймал. Пробовал все, там и микротурбинки, и микроколебалки, ничего. Ну, удалось все-таки двух щучек уговорить. Хотя на щуку, в принципе, не рассчитывал. Все, рыбалку закончил, иду домой. Ходил, по идее, на ельца. Ельцов не наловил. Одни щуки, житья от них нету. Сработала только джиговая вертушка. Радует, что самодельная. Ну и все, наверное, на этом.